Это все еще вокзал в Тайшете. Можно еще выше подняться. Телефон бы не было. Там стоит наш поезд. Его еще будут прицеплять к другому, чтобы мы смогли до Новосибирска доехать. Потому что наш поезд шел только до Тайшета. Сейчас к нам прицепят новый. Посиди туда, пройдемся вперед. Посюда туда гулял. А? Когда я один был, я вот там вышел и посюда гулял. Вот сюда ходил. Сколько у нас времени осталось? О, а что, вы на трассе, что ли? Ну, о, реально. Да, дырная вышка. Я, кстати, до конца доходил. Вот там, кстати, будет... О, к концу я посмотрю. Зеленая херня. И здесь это мост был видно. А, вон перед. Это мы уже в городе, короче. Вон там вокзал. Сейчас мы быстро сходим до магазина. Вот там Пятерочка. И вернемся назад. Поезд на стоянке будет 1 час 10 минут, так что у нас много времени. Всем привет, друзья! Опа! У нас сегодня выходные. Да. Взял от мопеда ключ. Миша невидимен. Потеряет. Давай. Поснимай вас. Тут Славик тут сделал. Убежище. Ага. О, какое убежище-то. Ой, и тут тоже еще можно выбраться. Ну вообще. Ой, Алиса. Ты там справишься, хоть нет? Алиса там! Она там еле ходит в этом комбинезоне. Алиса, там могу. Не так. Алиса. Сейчас туда? Ваня тебя научит. Вот так. Во! Квест у вас тут. Привет. Привет, ну что? Кончились ваши соревнования сегодня? Ничего не вижу. О, все с медалями, что ли? Я там. Миша, что ли, без медали? Я. Какие молодцы, грамоты. У всех четверых, короче. Первые места? Да. У тебя тоже первое место? Подожди, я хочу медаль посмотреть. Главная грамота. Да, главная грамота у нас. Вы какие большие, красивые. Это сегодня все у нас в поселке Большая речка. Были соревнования. Ну, приезжали здесь Маркова, еще кто? Мама. Смоленщина. Короче, много кто. Мы не смогли присутствовать сегодня. Только 4 медали. Саша, ну, там дяденька пришел, сказал, что Жуковы всегда побеждают. Да? Что за дяденька? Тренер, наверное. А сегодня... Смоленщины. И Маркова, там мне было 10 года. А-а-а. Девочек. Поэтому там только 3 человека было. Я, Василиса и Саша Хабибулина. Ну, понятно. Молодцы. У Димы сегодня тоже, как она называется, контрольная? А, официальная тренировка. Завтра будет соревнование. Ну, давайте, раздевайтесь, обедать будем. Время 3 часа, ребята пришли. Мороженое кушаете, да? Ваня, тут у нас что-то все покрывалка съехала опять. Постоянно все стаскивается. Вы что тут смотрите? Что-то про кошек. И тебя, конечно, тоже. Санечка, просто поснимать его. Что-то про котиков тут смотрят. Надюша готовит.
тортик, или как это можно еще назвать-то, это не тортик? Ну, короче, тортик, наверное, да, просто взяли коржи. Что-то нам так захотелось вафельных коржей. Сгущенку купили, и сейчас просто все смажем. Будем чай пить. Я там с Семой вожусь. Ну, сейчас он уснул. Тоже немножко полежала с ним. Только заснешь что-нибудь-то. Мама, подойди сюда, туда. Короче, никаких шансов, ночью будем спать. В общем, стрим у нас пока что по воскресеньям выходить не будет. Мы с Сашей решили его на пятницу перенести, но только не знаю, в какую пятницу конкретно. А, причина, значит, в том, что у нас в понедельник, ну, мы будем рано вставать, детей же в садик надо, да и школьников, чтобы мы высыпались. А если в пятницу будем делать, то в субботу нам, в принципе, никому никуда не надо. Вот, так что, скорее всего, будет стрим в пятницу, только вопрос в какую. Там решим уже. Ребятишки у нас сейчас выходят на дистанционное обучение. У нас, короче говоря, ой, чуть меня прокинуло. Коронавирус в школе. Много ребятишек болеет. Ну, я не знаю, в какой форме они, сложно, несложно болеют. Вот у нас как-то ребятишки, слава богу, нормально перенесли. Это мы с Сашей тяжело болели. И учителя болели у нас. И болеют сейчас учителя. И не только учителя. Да, в общем, школу закрыли на 2 недели, до 21-го, да, по-моему, Надя, февраля. Ну, так написали. Февраля. Какого 8-го? С 8 февраля. Да, до 8-го, Надя, 8-й завтра. И, короче, вот, и Дима мне позвонил, сказал, что не до 15-го они будут в Новосибирске, а до 10-го тоже, я не знаю, причина какая-то там. Сначала мне сказал, что холодно вроде будет. Ну и, может быть, из-за того, что карантин еще. Вот, завтра у них соревнования там, и во вторник, а потом, по-моему, на поезд они. В общем, 2 недели мы дома будем заниматься. Дай бог, чтобы у нас получилось. Но садик у нас не закрыли пока, так что в садик ребятишки пока должны ходить пока. Вот, надеюсь, что все будет хорошо. Угу. Ну, папа, на разведку. Что за праздник? Какой праздник намечается? Да. На дистанционку выходим. Да уж, тот еще праздник. Нет, я шучу. Для нас это наоборот очень сложно, потому что 5 учеников будет заниматься. Это конец просто. Старший-то у нас все нормально. Лиза со Славой, им сложно с английским будет. Вот, ну, учителя молодцы. Они нам обычно, если что-то непонятно, можно созвониться, всегда они объяснят. Что как-нибудь выкарабкаемся с этого карантина, надеюсь. Ну, это 2 недели-то еще предварительно сказали, а если учителя-то будут дальше болеть, то и дальше будем сидеть. Что так может и до марта все продлится. Андрей. Вот. Что с ними? И что? Она намазала, видишь? Только эти клеточки замазала. Ты погуще делай, пожалуйста, потому что у нас же 2. Нормально. Что там пишет 3-й класс? Добрый вечер, скажите, пожалуйста, что? Что там пишет в 3-м классе? В общем, уже домашние задания присылают на завтра. Мы также должны утром просыпаться. Мы по Вайберу отправляем сообщение учителям, здоровы наши дети или нет, потому что они тоже куда-то отчет нам посылают. Если болеем, значит, пишем, что болеем. Они тоже там заполняют свои какие-то эти документы. И приступаем к занятиям. Вот. Ну, завтра ребятишки в детский сад. Ням-ням. Малыши. Ой, какая ты грязная. Ням-ням. С мороженым бегает, ну. Угу. Может, за стол сядешь? Давай. Они там смотрят про кошек с мороженым. Выхожу, все с мороженым сидят. Да, вижу. Праздник. Я без мороженого. Вот 4-й класс прислал только что, сейчас читаю. Добрый вечер, ребята, отправляю вам задание. Так что уже... прислали. Ну, это чтобы завтра не было вот этих всяких проволочек, где мое задание, чтобы уже все получили. Утром проснулись, открыли, и у всех все есть. Вот Саша. Мороженое не тот цвет. Куда еще-то тебе? Хватит, все. Ты куда положила свое? Там только мамина осталась. И Надина, да. Хитренькая какая, папа, кусала свое? Алиса, вот твое, на.
Нет, это не Алисина, Алисина голубила. А это что это? Это белая. Это ее, она же с ложечкой. О, такой Надюша тортик сегодня собрала у нас. Красивый. Молодец. Ну, мы из двух коржей просто сделали, собрали все. Порезала. Будем пить чай. Порезалась? Банка, что ли? Иди-ка перекисью обработай. Тем более это банка. Ух ты, какая чистая. Пошли мыться. Пойдем. Побежали. Когда у вас перемерзнет вода, понимаете, он там отключает и сразу выключает греющий кабель автомата. Мороженое тебе отдала. Вань, ты помылся? Шо, давай тоже забирайся. Ложку здесь что положим. Давай, здесь. Рукавчики. Так, Алиса у нас в садике оставалась уже, значит, как сказать, так правильно сказать, на весь день. В общем, один раз у нас не получилось забрать, Саша был в городе по работе. И мы попросили оставить ее. Мама. А, какая ты грязная. И мокрая теперь. Ой, давай скорее вытирайся. И, в общем, она осталась, и все было хорошо. Вытирайся. Мама. Так что все, Алиса, с завтрашнего дня на весь день. Че, Ваня? Саня опять ест мороженое. Это Алиса. Ты думаешь, завтра на весь день? Вот я думаю, что да. Да, завтра будет другой воспитатель. Папа, что она скажет? Предварительно на ты весь день пошла? Будем просить. Да, я поехал, Никуль. Что случилось? Там, что? Топит людей. Топит людей? А? Гостиница, нет. Что ли? Нет. Пошли. Выходи. Саша что-то поехал куда-то по работе. Вызвали срочно. В общем, ну надеемся все, что Алиса завтра на весь день у нас будет. Чтоб Саша не мотался, не катался и работал спокойно. А то он тоже не может сильно никуда отъехать, потому что 11 километров, я же не пойду пешком за ней туда. Машина в любом случае нужна. Ты что там сделала с мороженым? Все это? Ой, обе банки? Да. Ты что, хотела мою лопатку выкинуть, да? Так, ну ладно, что, папа с нами чай пить не будет, потому что уезжает. Ладно, приедет, потом попьет. Ну все, друзья, сейчас буду мыть ребятишек. И будем готовиться ко сну. Завтра рано вставать. Так что будем заканчивать наше коротенькое видео. До завтра, друзья. Всем удачи и пока-пока. Пока.